Всем доброе утро. На календаре сегодня 24 октября. Вот, нахожусь на улице Мариева-Амурского, главной улице Хабаровска. Вот, потихонечку город оживает, просыпается. Наша Комсомольская площадь. Песочные скульптуры убрали, теперь их нет. Кстати, кто не знает, до сих пор проходят пикеты в поддержку Сергея Фургала. Уже, по-моему, 120 или 140 дней блогер Борис Жирнов каждый день выкладывает ролики с Комсомольской площади. Задымленность сегодня, запах неприятный. Вчера тоже утром был дым, но потом рассеялся. За неделю на деревьях листва не опала в этой части парка. Вот. Но вдаль показать не могу. Тут видно даже, что такой смог есть, дым. Он всю картину сегодняшнюю портит нам. А здесь концентрация дыма еще выше, так что гулять сегодня противопоказано. Может быть, конечно, рассеяться. Палатки убрали, стояли с лета без дела. Граф всегда на своем почетном месте. И наш утес. И вот мы на утесе. Должен быть красивый рассвет, но, к сожалению, задымленность сильная. День будет ясный, как писали про прогноз, теплый, ну, только дым все портит. Сейчас спустимся к Амуру. Сегодня у нас немножко журчит, бурлит. Ветер разгоняет небольшие волны. Памятный камень в честь перелета летчика Чкалова. И вот так выглядит парк утром. Никого нет, только один спортсмен пробегал только что. Все. Да, грязи много, но ее никто не убирает, не считает нужным тратить на это время и средства. Камера плохо передает, а вдалеке все задымленно. И ветер идет в мою сторону, значит, оттуда все и приходит. Вот. Солнце всходит, и на небе появляются такие яркие, красивые цвета. А в этой части Амур всегда бурлит за счет изгиба берега. Да, тут даже обратное течение обычно проявляется. Сегодня он просто бурлит, как горная речка.
Теперь вот такой большой берег у нас. Не сравнится с сентябрем, с августом, когда был паводок. Луна еще видна. Практически полный месяц на небе. На этом завершим наше видео. Спасибо, друзья, то, что смотрели. Всем пока!